Я исполню 3 твоих желания. Помогите, только не это. А, помогите, помогите. Не повторяйте этого дома. Вызывайте БНД! Ай! Прячься в коробочку. Сегодня мы снова решили отправиться на отпуск, потому что очень устали. И не нашли лучшее место, чем вот этот парк аттракционов. Его даже видно отсюда, поэтому мы туда даже пешком дойдем. Мы уже почти пришли, ребята, давайте. Чуть-чуть осталось. О, вон, я вижу уже там. Какой-то дед ломает решетку. Дед, ты что тут делаешь? Кто? Что вы тут делаете? А, неважно, помогите мне. Чук-чук. Он выпустил монстров. Зачем? О нет. Давайте поможем этому старому деду найти 25 каких-то фонариков, чтобы он смог что-то сделать. Хорошо, давай поможем. Вау, это что такое? Это по ней залезаться можно? Уи, я полетел. Там синий монстр. О нет. Бегите, бегите. Бежим, он кого-то съел из наших. Пингвина съели. Не иди за мной, пожалуйста, я невкусный. Так, нам нужно найти много фонариков, а мы их вообще не нашли. Смотрите, я нашел. Куда их ставить надо? Там надо в центр, по-моему. О, вот там. Беги, беги. Зип-лейн, ну не знаю, что это такое. Вау, оно работает, это хорошо. Короче, паштет, давай держаться вместе, потому что мы так сможем победить, и вообще мы супер крутые тогда будем. Мое. Монстр. Найти место надо, куда их ложить. Тут в прожекторе. У меня еще 5 лампочек есть, сейчас я поставлю. Прожектор вот надо? Там, вот сюда давай. Да, все, да. Я зарядил. Вау, сейчас в этом прожекторе будет столько лампочек, что он даст такой крутой свет, и, короче, будет святой, будет. Вон там даже какое-то колесо обозрения есть, очень крутое. Тут какой-то лабиринт с водой, что делать? Ой. Я залез на камень. Что это? Какие-то фиолетовые руки. Помогите, я в лабиринте, где есть туман. И Дуктоп рядом со мной. Он опять здесь идет. Вон он. Давай быстро перебегать с камня на камни. Вот на это, давай на это. А зачем нам убегать? Давай вернемся домой. Я не вернуться. О, все, он поставил лампочки, молодец. О, мы сделали какой-то сигнал. Это реально прикольно. Это мой папа. Вау, вы очень хороши в том, чтобы находить что-то. Синий гуляет. О, нет. Нам нужно найти выход как можно скорее. Тут есть какая-то машина, которая может ломать стены. Давайте с помощью нее сбежим. Ой, это кто такой? Нам нужно найти газовые колонки какие-то, чтобы зарядить эту машину и пробурить дырку. Я не знаю, зачем мы сюда пришли и хотим теперь отсюда сбежать. Ну ладно. Нам нужно найти много газовых баллончиков. Я уже половину нашел. Половину нашел? Ну так что-то быстро. А ну так беги. Беги. Почему? Там желтый. Там желтый, бежим оттуда. Это что за курица там... ходячая? Ужас. У него какой-то пропеллер есть, но он жесткий. Надо этот стать коробками, чтобы этот птеродактиль нас не съел. Коробки тащит. Очень медленно. Птеродактиль. Помогите, он нас сейчас съест. О нет. Агуша, держись. Ух, привет, давай. Давай. О, привет. Идем за нами, короче, я тебе покажу, нужно, куда идти. Нам нужно отвезти. Птеродактиль, бегите. Бежим. Птеродактиль. Я в коробочку. 3 коробки сидят и не двигаются. Птеродактиль в шоке. Так, все, пошлите. Давайте конвой из коробочек. О, нет, тяжелая артиллерия, отступаем. Ребята, отступаем. Подождите нас, мы отстали от группы коробочек. Я за мной. Мы за кем идем? Он там, он пытается нас нащупать. Ну ладно, бежим. Побежали. Ой, воу, сколько тут этих штук. Еще 3 газовых баллончика надо. Я видел лабиринт. Я знаю, где он, наверное. Это что за дырка? Подвал какой-то. Пошли. Я в канализацию пришел. Я вышел по канализации. Это очень странно. Нет. О, беги, за тобой кунца. Нет. Ешь меня, пожалуйста, птеродактиль. А я думал, он меня съест, он меня не съел. Фух. Ой. Паштет, я надеюсь, что ты выживешь. Нет, паштет. О, тут канистра газа. О, нет, нет, только не это. Только не это. Он меня сейчас съест. Я бегу. Фух, я выжил. Ребята, я в канализации. О, это было более безопасно, когда мы были с тайкой коробочек. Да, идем. У меня есть один огнетушитель. А, ты один нашел, да, молодец. Все. Хоп. Let's hope this works. Давайте проверим это в работе. И. Бах. Что? Вау! О! Где он? Как он там оказался, интересно? Как я сюда поднялся? Действительно. Давайте попробуем опять.
Если вы не найдете мячики, то этот старик взлетит на воздух. Я его взорву, короче. Вот один мячик. Давай, нам надо быстрее найти мячики, пока его не взорвали там. Это пупырчики. Пупырчик. Вот. О, они такие милые. Да, реально такие милые, я тоже хотел сказать. Ломай вам бошку от кухет. Да не, милые. Я думаю, мы можем разделиться, но тогда нас могут съесть, так что... Согласен. Особенно с ухом лучше не разделяться, а то тебя могут съесть, и меня могут. О, пупырчик собирай. Да, я собрал. Он специально, наверное, их сделал слишком милыми, чтобы мы на них смотрели, а потом он взорвал деда. Смотри, там красный пупырчик. Нет, я зеленый выбросил нечаянно. Если становится коробкой, то он выбрасывается. Да, они очень тяжелые. Давай я один возьму, ты один возьмешь. И убежим отсюда. И как нам найти? Динамит поднимается. Оно уже на полпути. Оно скоро поднимется и нас всех взорвет. Ну, не нас, а деда. Так, давай. Ух ты, бери шарик. Куда его нести? Он такой милый. Дед не может спуститься, что ли, там? Никак. На меня смотрит и все. У меня супер миленький этот красненький штучка. О, тут еще одна папка заспавнена. Ой, стой. Куда бежишь? Милые? Супер милые. Ладно, все, надо искать, а то дед взорвется. Я пушистика нашел. Ух, тут вода. Он лежал в канализации, я его спас и сейчас отвезу к другим пушистикам. Блин, там пупырчик валяется, я не могу удержаться, его не взять. Я открою эту секретную закрытую дверь, в которой еще одна секретная закрытая дверь. Ой, я в каком-то замке оказался, посмотрите, что это. Я так эпично открыл дверь. Какой-то трон синий. А можно мне на нем посидеть? Да. А, сейчас дед взлетит на воздух. Давай, иди, док-топ, иди. Мурчит. Где-то мурчит. Где мурчит? Что мурчит? Я нашел одну. Ух, если ты не спасешь деда, он тебе подарит новые тяги на свою пенсию. А, понял. Таком. Нет! Нет. Шкаф. Нет, шкаф. Он меня утаскивает. Отпусти. Отпусти. Нет. Этому птеродактилю так просто меня не съесть. Я слишком живучий. Он такой миленький. Давай, ложи его сюда в коробку. Как думаешь, им удобно здесь лежать? Наверное, да. Сюда синий идет. Коробка. Идем, давай, конвой их коробочек отправляется спасать деда. Я хочу побыстрее спасти деда и спасти всех этих милых. Вот он розовенький. Давай. Бегите. Осторожно. Нет, попытик, нет. Не скатывайся туда. Давай. Мы собрались. Хорошая работа. Он нас не обманул, это удивительно. Вот. Все, он вернулся. Вот. Не беспокойтесь, все нормально. У нас нет времени на это. Мой первый план побега провалился. Но тут есть другой выход. Нам нужно что-то сделать. Надо приготовить ему торт, задобрить его и этого милашку оттуда убрать. Тортики нужно. Ой. Голубенький. Кто это такой? Он такой страшный. А мне нравится. Голубой. Нам нужно приготовить торт. Для торта нам нужен сахар и все, и только сахар. Это же все остальные ингредиенты готовы. А что, серьезно? А где мы их взяли? Голубой, прячься в коробочку. Не двигайся, где голубой? Не двигайся. Не двигайся. Тихо. Вон он. Он такой страшный. Он хотел меня съесть как будто бы. Что за динозавр? Давай, топ отсюда. А он сначала так пасть твою открыл, как будто меня съесть хотел. Ой. Агуша, давай. Агуша, примерно то же самое было со мной. Ух, бежит. Ух, не может сбежать. Помогите, только не это. Нет. Помогите, я бегу. Агуша, ты жив? Да. Ура, сахар, нам не пройти. Ну, я могу попробовать поскользнуть, но ух. Не надо, не надо рисковать, не надо. Не повторять этого дома. А мне что делать? А ты погоди, пожалуйста, на карусельке покатайся. О, точно. А она меня не съест, интересно? А, нет, тогда давай. Вот, а, да, можно, все. Ладно. Я поехал. Вау, как здесь красиво. Я вижу весь парк аттракционов. И ни одного монстра не вижу. Все-таки в парке аттракционов надо покататься. Согласен. Я еще сахар нашел вот здесь. На одной стороне я, на другой птеродактиль. А по центру сахар. Кто же победит? Конечно, за сахар. За сахар. Голубой, где? Не двигайся. Он самый страшный, если честно, монстр, как мне кажется. А мне кажется, очень милый. Он там стоит и смотрит. На тебя смотрит, он идет к тебе. Сиди осторожно. Фух, он прошел мимо. Я уж подумал, тебя съест. Вот там еще сахар. Он идет! Помогите. Что делать? С одной стороны птеродактиль, с другой стороны динозавр. Но ничто не сравнится с тем голубым, который открывает пасть на
пару метров. Когда он открывает свою пасть, он становится супер милашком. Хотел сказать, доктор, наверное. Нет. Ой, не иди сюда. Не ешь меня. Не ешь меня. Я невкусный. Я исполню 3 твои желания. А ладно, нет. Я боюсь вылазить из коробочки. Короче, все, ребята, я побежал. Я побежал. Нет, только не туда. Агуша, нам хана. Это было. Симулятор падения. А он не такой тоже страшный, он вообще милый. А. Кюрас, беги! Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, какой страшный. Это штука возле меня сейчас. У меня есть один сахар, сейчас приду. Ну тут этот динозавр и вообще все страшно. Я жду. Мне даже страшно не за себя, а за тебя. Короче, все. Тихо, голубой рядом с этой, с кокемотой или как? Нет, только нет. Я не двигаюсь. Иди отсюда, пожалуйста. Он уже второй раз меня съесть хотел. Побежали. Тут все 4 монстра в одном месте, именно где я. Ну, сюда не иди. Ну зачем ты идешь за мной, пожалуйста? Там птеродактиль. Ух, бежит. Ух, не может сбежать. Помогите, только не это. Нет. Помогите, я бегу. Прыгай в канаву, ух. Нет. Все, я выжил? Я думал, меня сейчас съедят. Да, ты выжил. Я жив, неужели? Ой. Он тебя так очень сильно хочет съесть. Мне нужно достать сахар. Я никогда так не хотел найти сахар в своей жизни. Сахар, ой. Ну че он так рядом со мной ходит? Куда? Куда? Эй, QRS, куда? Сахар верни. Все, ух, становится супер бесстрашным и идет. А, нет, не идет. Он меня как будто патрулирует, именно за мной следит. Ну да, ему больше не за кем следить. Поработки. Супер жесткий ух идет. Пам-пам-пам-пам. Я тебя не боюсь, синяя букашка. Зато боишься голубую букашку. Ну зачем ты идешь ко мне опять? Ну скажи, пожалуйста, иди в другую сторону. Он такой милаш. Он, да, он прям уж. Когда пасть открывает вообще. Беги! Ага, я побежал бы сейчас, и такой синий выходит из-за двери и меня бы съел, да? Спасибо, ребят. Все, будь что будет, я побежал за сахаром. Мне сказали принести сахар, я приношу его все. Сахар, Далее. Давай! И давай сюда! Давай. Ура, сахар! Все, я принес его. Фух. Отлично. Теперь мы сможем его накормить тортиком. О, все, он пошел за тортиком. О, он скатился. Такой милашка вообще. Милашка, Пуфыфтик. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это работает. Поехали. Ой-ой-ой, что это? Крустал Кевернс какой-то, не знаю. Тут железная дорога, нам надо сесть в поезд и поехать. Короче, я сяду к тебе, поехали, погнали. Лень ту Джоси Юпа. Ой-ой-ой, какие железные дороги. Пон. Так, не беспокойтесь, вы не упадете. Да, я надеюсь. Нужно быть супер осторожным. Пуфыфтики, нет. Мы должны их спасти. Мы их спасем, ребята. Мы добрые. О, тортик, он пытается дотянуться, оранжевый пытается дотянуться до тортика. Да рисунок же. Куда же мы едем? О, тортик. Ты что, мультик? Спектакль, что ли? Онька. Ой. Давай, Рухтоп, я в тебя верю. Что-то, давай. Ну, нормально. Где мы? Жестко. Пуфыфтики, не тоните. Они умирают, надо сделать петлю. Что за петля? Жестко. Let's go! Слишком жестко, что-то. Эпичный спуск вниз. Ее, давайте. Мы тут прям по всем дворцам. Так давай сейчас направо. Есть. Фух. Птеродактиль, налево надо. Я уже поехал. Мы вас спасем. Голубой здесь. Пуфыстики. Бежим. Фу. Ребята, где мы? Я не знаю. Выход, выход, выход. Давайте. Бежим, скорее. Почему я самый последний, ребята? Ребята. Вот избежать. Уф, успел. Как вы так? Да. Все, он уходит, наконец. Мы сбежали. Ее, мы победили. Все, ура. Спасибо за участие Агуше, Пингвину, ФД, Попкэту, Паштету
И все, всем пока.